Всем здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, мы продолжаем играть с в различные Android игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile, проходите Денийскую башню на сложности э, Фатальная. У нас сегодня должна была, да, закончиться сезон войн фракций, поэтому давайте возьмем награду, посмотрим, что нам там выпадет. Так, это все скипаем, и мне падает Люкан Кругатини. Нормальная тема, кстати. Uh, у меня он как раз не 10-го слияния, и должен быть, по сути, 10 Или он у меня 10 я вот не помню. вроде бы он у меня был не 10 и теперь он у меня 10 Отлично. Сейчас я проверю эту тему. Да, у меня он был не 10 слияния, то есть я получил, получается, э, получил, получается, э, персонажа 10 слияния. Отлично, можно его прокачать, в принципе. Это прям хорошо, да. Плюс один перс, который может у нас более-менее играть в войнах фракций. Надо его только сейчас немножко повысить по... <кхм> по уровню. <кхм> И можно будет переходить в башни. Играть я, конечно, за него в башне не буду. Но, типа, пусть будет. Атаки, кстати, у него больше 70к на десятом слиянии, это неплохо. По здоровью, конечно, все более печально, но более-менее, как бы не такое, чтобы уж супер-мега низкое здоровье. Поэтому пойдет. Да, 136 тысяч и 72 тысячи атаки. В принципе, более-менее терпимо. Ладно, давайте приступать с вами уже к прохождению фатальной башни. Постараемся выбить себе сегодня снаряги и заодно встретимся с боссами. Так, выбираем предустановку и поехали. Посмотрим, что из себя, собственно, будут представлять босс либо боссы, в зависимости от того, сколько их будет. И будут ли первые э, боссы жесткими, либо босс. Но я думаю, что нам не стоит ждать особо сильных противников на 20-м и 40-м боях, а вот начиная с 60-го уже реально может быть какая-то дичь. Хотя, опять же, фиг его знает, насколько разработчики усложнили свои испытания. Потому что первая башня была достаточно жесткой. Правда, более, больше на последних боях, чем на начальных. Кхм. Так, поехали. Получаем первую с вами награду. Че у нас выпадет? 7900. Хоть и монеты, но их дали прям дофига. То есть реально можно получать неплохой, так сказать, запас монет на прохождение. Так, ну давай, грузи уже. Не тормози. Не тормози, мужик. Враг восстанавливается, против нас сразу же выступает э, Милина. Классическая. Ну да, из-за того, что она достаточно жирный сам по себе персонаж, она так просто не выносится через. Э, ну как, выносится через базовые атаки, но не с одного комбо. Потому что все-таки является самым жирным золотым персонажем в игре. И при этом самой большой атакой. Опять монеты, ну да, кто бы сомневался, что мне выпадет что-то нормальное. Но мы медленно, наверное, подбираемся с вами к первым боссам. И сегодня мы увидим, что будут за боссы у нас. Так, костюм Джеки Брикс, Ханзу Хазаж Скорпион и Кинтаро. Промежуточные бои в начале прохождения этой башни у нас должны быть проще некуда, потому что на противниках не стоит башенное снаряжение, как я понимаю. А если что-то и стоит, то в основном это какая-то родная снаряга, причем не прокачанная пока на десятое слияние. Поэтому каких-либо трудностей пока что у нас с прохождением не возникает. Umas, так, здесь можно добить, собственно, Кентару и развалить уже Ханзо. Ханзо! Ханзо Хазаши! Хазаши Ханзо! Хатори Ханзо Хазаши! Ладно, прошу прощения. <Stickkle> так, э -э поехали. Блин, опять монеты. Хоть бы хоть какое-то разнообразие было, а то каждый бой э, просто монеты, 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 монеты. Ну, может быть, сегодня какую-нибудь снарягу удастся выбить. Синюю, зеленую, эпическую мне, по сути, не так важно. А, у них даже снаряги нет. Вот что они такие хиленькие. Хотя в самом первом бою была снаряга на персах. Но она была нулевого слияния, поэтому... Поэтому да. А кто вообще такой, который Ханзо, я не помню. Откуда это вообще? Ну да ладно, не суть важна. У нас сейчас последний бой против команды, а дальше будет босс, э, как я понимаю, который, скорее всего, развалится с пары хотя, может быть, у него будет э, более-менее э, адекватные статы. Так, все-таки это фаталка, но посмотрим. Мы с вами играем без башенного снаряжения, то есть, наш снаряг составляет э, обычную, то есть, э, молот гнева, шлем шелкана, револьверы и штык. Ну, то есть, да, штык башенная снаряга, но э, ее башенный бонус не работает, так это снаряга из другой башни. А не из этой. Э, два босса первым же матчем, и при этом. Э, это Джейд классическая, и Китана Скорбная. Имите длительно урона по времени высокое напряжение еще есть. И не снаряжение против э, Тани предательницы. Видимо. Так, э -э сапфировый кинжал 10-го, серьезно? А, нет, не 10-го, 2-го. Клык предателя 10-го, и здесь нулевое, и 10-е. Ну, не такая, чтобы крутая снаряга у них, в кавычках. Да, ну, снаряга у них фигня, честно говоря. То есть, да, у них будет примерно э в два раза больше. Ну, может быть, даже в три раза больше здоровья, чем у обычных э, золотых персонажей. Но даже если, несмотря на то, что у них там x3 здоровья, то они будут отваливаться не с одного комбо, а с трех комбо, как бы. Либо с одного комбо и одного спецприема один. Поэтому особо они меня не пугают этим. Хотя, с другой стороны, у них статы больше у боссов, да, чем у обычных золотых персов. Поэтому, может быть, придется использовать на каждую из них по два спецприема в худшем случае. Но, так или иначе, они должны разваливаться достаточно быстро. Ну да, как я и говорил, буквально два первых спецприема, и персонаж будет э, побежден. Так, метка смерти. Ну все, добиваем первого противника. Дальше выходит. Скорбная, мы блокируемся. А интересно, вот эта вот э, молния, она вообще истощает э, при попадании? Или она чисто урон наносит и все? Ну, через вторую спецуху завалил противника. Как я говорил, у них здоровья примерно хватает либо на два первых, либо на один второй спецприем. Но в целом они проходятся достаточно просто. Получаем саб за которого идет 54 души. Кстати, саб это у нас э, считается, видимо, персонажем испытаний, потому что э, за обычных золотых персов обычно дают там душ 30. А за этого дали целых 54, это неплохо. И как мы понимаем, в обычной башне, получается, могут падать не только персонажи из э, Набора за 150 душ и из набора за, э, за 300 душ. То есть не персонажи испытаний обычной золотые персы, но в фатальной башне еще и падают э, всякие вот там э, персонажи из э, магазинов воин фракции И, может быть, даже можно выбить э, какого-нибудь там. Классического нуба Классического смока Если падает классический скорпион Может быть можно выбить классическую джейд Может быть можно выбить слэшера Ну то есть таких редких Достаточно золотых персонажей Как я понимаю Так добиваем с вами джейд Ну и потихоньку двигаем на следующую башню. О-о-о-о-о-о-о! Это, кажется, Эпик нам подъехал, да, если я не ошибаюсь? Походу, чуваки, это эпик. И это броня. Опять это гребаная броня. А, ну да. Блин, ч же мне так с эпиками не везет на урон? Но мне падают зато эпические карты на броню. Ну они на, мне нафиг не нужны. Алло игра. Так. Э, давайте мы посмотрим, что это за эпик выпал. Может быть он все-таки дает бонус к атаке какой-то. Хотя броня никогда обычно не дает бонусов к атаке, поэтому. Э, я сомневаюсь в этом. Э, сейчас я посмотрю, что снаряга по-быстренькому. Она у нас должна быть в эпиках. Э, и это масочка, масочка, масочка. Блин, а где она? Эм... Она должна быть где-то вот среди этих эпиков, нулевого сля... А, вот она. Маска. А, это аксессуар! Это аксессуар, чуваки. Это дает бонус к урону, она получается. Сопротивление отрицательным эффектам. Истощение силы ослабления пробивания щита имеет повышенную эффективность, неплохо. И это брутальная карта для Китаны. Подождите-ка, у меня случайно нет уже брутальной карты на Китану? Я помню, у меня были какие-то там синие карты. Наверное, они с другой стороны находятся э на Китану. Какая-то одна синяя карточка, вот парадная форма династии у меня была. Да, мы на, мы собрали с вами бруталити на Китану, неплохо, очень даже, и теперь мы сможем бруталить Китаной. И также можно заменить в принципе, допустим, тот же штык на э, этот. А давайте мы попробуем, знаете, как сделать? Мы заменим маску Безумия Династии, и я еще поставлю золотую, зеленую карточку на, э, в общем, вино поставлю еще. Вместо молота гнева револьверы и шлем Шаукана я пока оставлю, но теперь у нас будет, как я понимаю, больше урона идти. Давайте чисто протести. Если что, потом обратно поменяем, если меня не будет устраивать урон. Мне главное, чтобы у меня с завершающего комбо удара вылетало больше 22 тысяч урона. Если так будет э, происходить, то я в принципе буду э, доволен, потому что урон у меня будет уже выше, чем урон от критов, и мне эти криты будут не так э, необходимы. Потому что нам и вино, и вот это вот... Э, Маска дают э, неплохие бонусы к атаке. Так, до свидули. Добили минус один, добили минус два. Я что-то не посмотрел на урон, кстати, э, отдел новую снарягу, но на урон не посмотрел. Но если что, как я и говорю, мы сможем просто потом поменять с вами э -э, снаряжение, если мне что-то не понравится. О, пирог. Ну, смотрите ка уже за промежутки дали и эпик, и зеленую карту. Сегодня у нас, по-любому, удачный день. И неужели все-таки в фатальной башне мне выпал эпик на урон хоть какой-то? Но это комбинированный эпик. То есть есть э, э, три вида эпиков. Э, э, один эпик идет у нас как оружие. Он дает самый большой бонус к атаке. Такой эпик бы я хотел, конечно, больше всего. Но не повезло мне с ним. Вот. Потом есть комбинированный эпик, который дает и бонус к здоровью, и бонус к атаке. Э, не такой высокий, как дает э, бонус к атаке эпик, но при этом э, обычные эпики... Которые дают бонус к атаке, они не дают а, бонуса к здоровью. Это его дефективность. В идеале, конечно, использовать в башне два эпика и револьверы с шлемом Шаукана. А, и использовать один эпик как раз-таки, комбинированный на здоровье и на хп. Ой, на здоровье и на атаку. А второй эпик использовать в качестве... Э, ну да, 32 тысячи, как бы. Не так часто, конечно, криты уже пролетают, но... Криты гораздо сильнее И сам урон повысился Я думаю, это лучше, чем штык с молотом гнева будет в любом случае Так вот, о чем я говорил В идеале, конечно, иметь вот э, шлем э, Шалкана, револьверы и два эпика Один на урон, второй комбинированный на урон и здоровье И тогда, в принципе, боссы проходятся более-менее идеально Но для этого нужно нам накопить, э, точнее, выбить второй эпик темная магия. Поехали пока дальше. Но уже неплохо. Уже можно сказать, боссы, держитесь. Потому что более-менее можно теперь наносить урон адекватный. Да и промежутки можно будет легче проходить. Надо будет сейчас э, э, сохранить предустановку этого отряда и э, заменить на предыдущую. Так, ну поехали. Так, добиваем Эрона. Также добиваем повелителя душ и Бога Солнца. Изи бризи. Так, хорош, поехали дальше. 20 душ, нормально, пойдет, хотя бы не монеты. Да и тем более, две снаряги я уже выбил, я уже доволен тем, что я выбил один из эпиков. То есть уже достаточно все неплохо. Так, Эденийская башня 25-й бой, но ну, поехали! У нас еще два, две битвы осталось примерно пройти, а потом придется восстанавливать энергию отряду. Нажатие на персонаж открывает его статистику и показывает, сколько опыта необходимо для достижения нового уровня. Нажатие на персонаж. Да, локализаторы, конечно, Mortal Kombat это. Те еще перцы. У них столько косяков с переводами, конечно. Хотя, казалось бы, в некоторых э, моментах видно, что типа перевод хороший, но косяки бывают. Такое ощущение, будто не русский человек переводит, блин. Который либо плохо знает русский язык, либо вообще его почти не знает. Так, получаем с вами карту на Джакса Брикса, но это просто на голду продается. Это мне особо не интересно. Так, и у нас с вами есть э, следующая битва. На Ермака духа, Шинока и прочих-прочих. Кстати, когда мы открывали в начале серии с вами пак, мне не понравилось, что не показали, как э, происходит слияние на э, Люкана. То есть теперь ты даже, если ты выбил алмазку, тебе просто не покажут, что э, как она э, соединилась. Вот это вот мне не нравится. Если ты нажимаешь видимо пропустить все. То есть, по сути, ты можешь случайно выбить алмазку, там, отвлечься на что-нибудь и не заметить, как она у тебя прокачалась даже. Так, добиваем шинока. И поехали с вами дальше. прошу прощения так мы с вами додвигаемся на следующий бой сейчас я только восстановлю энергию отряду и мы пойдем дальше. Так, э, ну восстановил я энергию, давайте продолжим. Э, у нас еще 4 боя впереди. Что само по себе достаточно немало. Так что есть еще шансы выбить что-нибудь еще. В идеале, конечно, выбить какой-нибудь эпик на атаку, либо же еще раз выбить эпик на э, тот же самый, который на Китану выбил. Чтобы еще увеличить уроны, при этом не э, через новую снарягу, а благодаря старой. Так, давайте добьем бешенство тигра Гора. Тут выходит кулак Шаолиня. С ним быстренько разбираемся. Так, хорошо. Поехали дальше. Так. И, кстати, вот я говорил о том, что, типа, зачем разработчики добавили снарягу на Рейна, брутальную, да? Хотя самого Рейна не добавили в игру. И я ошибся в этом плане, потому что, оказывается, Рейн-то падает, но он падает только с фатальной башни. Но не только с фатальной, он может выпасть и за сотый, и за двухсотый бой в обычной башне. Но э, с большой вероятностью, с большей, небольшой, а большей вероятностью он падает именно э, за 200-й бой в фатальной башне. Вот поэтому, в принципе, тогда да. Тогда и неплохо то, что есть э, снаряга. Так, враг воскрешается. Окей. Тут как бы и так э, Джейсон Вурхизе. А еще они воскрешаются, да? То есть нам придется вот эту вот хрень убивать пять раз. Два. Три. Сейчас четвертый раз мы его убьем. И сейчас будем добивать пятый, судя по всему. Капец, пять раз мне пришлось убить противника. Господи, какой это долгий матч. Он не то чтобы сложный, просто ты полтора часа их убиваешь, они воскресают, а у тебя, как на зло, не срабатывает еще и метка смерти. Да господи, сколько можно-то, а? Наконец-то их добил. Хорошо. Ну и давайте, пока я не забыл, я сохраню предустановку с новым э, снаряжением. Э, 15 душ, да-да-да. Благо, теперь у нас есть эпики. Боссы нам будут даваться чуть легче. И плюс этот эпик дает бонус к здоровью небольшой. Атака, конечно, самая важная, но бонус здоровья тоже поможет на выживаемости против боссов на более поздних этапах, на более поздних боссах. И давайте мы нажмем здесь изменить. Теперь сохраним предустановку, как башет. Да, подтвердить. Может потом еще выбьем других эпиков, поставим их на других персов, на всякий случай. А пока у нас стоит, вот напоминаю, вот такие вот э, карты. То есть э, револьверы, шлем, маска безумия и королевское вино пятого слияния, маска нулевого, соответственно. Ну и поехали с вами дальше. Классика сабзеру, классика Кано, Смоук Триборг. Так что поехали разберемся. Ну, господи, 45% шанса на пробой блок, и он это крепко работает. Так, еще одна победка. У нас буквально остается там провести один или два боя. Всего. Это же вроде не последний еще был, да? Как я понимаю. 6200, пойдет. Ну и чувствую, следующие боссы отхватят у нас э, по самой неболой. Что бы там ни было на сороковом бою, э, с моей снарягой я уже смогу выносить э, достаточное количество урона по боссам. Да, и сейчас мы отправляемся на последнюю битву, на э, сегодняшнее. Ну уже не утро, уже день, я чуть позже стал записывать башню. Потому что я освободился где-то только в 4 утра. <laughs> даже позже, может быть, может быть, даже 5 утра, я точно не помню. Ну, короче, заснул я сегодня рано и проснулся, соответственно... Не рано, наоборот, поздно, и проснулся, соответственно, тоже поздно, поэтому... Башню я прохожу чуть позже, чем надо. Так, давайте добьем рептилию. Так, и остается разобраться с Котелем. Ну, тут, в принципе, изи-бризи. Криты сочные проходят иногда по 30 чем-то тысяч. Это уже более приятно, чем э, криты по 22 от штыка. Урон, не... ур... урон реально возрос. И еще и 60 душ дали. Вообще красота, на самом деле. Ладно, ну что ж, на сегодня мы тогда будем пока фатальную башню заканчивать. Не на сегодня, а на сегодняшний день, еще вечером продолжим. А, в общем-то, на этом с вами был Ник. Большое спасибо за просмотр. Удачи, до скорых встреч! И мы еще обязательно увидимся. На этом пока что все. Пока-пока!